1950 года весь мир отмечает 1 июня – День защиты детей. Этот праздник был создан по решению Конгресса Международной демократической федерации женщин для того, чтобы обратить внимание на проблемы подрастающего поколения, а также поднять вопрос о правах детей и обязанностях взрослых. Каждый год на территории городского округа организовывается развлекательная программа для малышей и подростков. 2020 год – не исключение, вот только пройдет он в режиме онлайн. В режиме самоизоляции определенно есть свои плюсы. Например, в день проведения такого любимого ребятами праздника Дня защиты детей совершенно не надо переживать о погоде за окном. Все конкурсы, театральные постановки, веселые игры пройдут у домашнего компьютера в тепле и комфорте. Для юных серпуховичей городские учреждения культуры подготовили обширную программу. Виртуальные торжества начнутся с 30 мая и продлятся до 4 июня. Настоящий марафон интересностей на официальных сайтах и в социальных сетях участников. С 30 мая по 2 июня Серпуховский музыкально-драматический театр проведет серию онлайн-трансляций «Сказка, сказка, сказка». Сельские дома культуры устроят праздничные онлайн-мероприятия с 31 мая по 1 июня. Творческий онлайн-проект «Мечты из детства» от парков культуры продлится до 1 июня. Участники могут представить свои работы, проявив себя в рисунке, фотографии или сняв видеоролик. Любители игры в шахматы поборются за звание лучшего из лучших с 1 по 3 июня на турнире по быстрым шахматам среди детей не старше 2002 года рождения. Также вас ждут онлайн-фестиваль детского творчества «Радуга талантов», мероприятие в музейно-выставочном центре, виртуальный концерт творческих коллективов ДК «Исток», онлайн-трансляция спектаклей «Аладдин и приключения Буратино» молодежного театра «Синяя птица» ДК «Россия», видеоконцерт песен и спектаклей театра «Зазеркалье», а 4 июня состоится масштабная городская мозгомания онлайн. Подробное расписание праздничных мероприятий можно найти на официальном сайте администрации городского округа. Проведите День защиты детей в кругу семьи.